открыла электронный текст, читаю строки и понимаю, что ну, только-только еще начинается вообще знакомство с ней. Только начинается вот эта встреча с глубиной содержания образов этой песни, с высотой этого содержания. Песня удивительная, она каждый раз, когда звучит, у меня такое ну, чувство, что хочется вот прям встать. Вот там есть во втором куплете слово «гимн», и она для меня и звучит как гимн каждый раз. Гимн вот этому светлому будущему, светлому празднику, который начался и уже идет. Он как бы вот как что-то вот безусловное, естественное и то, что есть на свете. И песня, она как вот такое чувство, вот сейчас я читаю, для того, чтобы с этим светлым праздником сердце встретилось. А что это за праздник? А что в нем? Что он несет с собой? Что в нем заложено? И удивительно, что до каких высот вот таких поднимается время года, зима, вот, которая несет это волшебство, кутая дома в сказку и одновременно даря нам вот эти снежинки, звездочки и обращая наш взор к небесам. Вот. И песня, она и объединяет волшебным образом, и ведет вот этому к волшебству единодушия, и в ней живут, как я вот почувствовала, образы вот трех новогодних песен, с которыми до этого я уже встретилась. Потому что читаешь строки песни «Весть» и понимаешь, что здесь живет песня «Плавно кружится снег». Вот это атмосфера чистоты, предчувствие чуда, когда все замерло. Вот в этой тишине, в этом благоговении, в этой такой предвстрече новогоднего чуда. И живет песня «С Новым годом». «Весть», вот эта ее высота, она поднимает сердце туда, в эти высоты, когда понимаешь, как важно, как это здорово, как это ну, нужно, что ли, сердцу брать только самое лучшее с собой в этот светлый праздник, в это светлое будущее. И новогоднее пожелание, песня тоже здесь живет. Созвучие — это их единство, их вот, когда они связаны друг с другом внутренним каким-то своим содержанием. Песня «Весть», она вот как бы вот для меня объединила все эти образы вот, вот этих песен новогодних и вот подняла на какую-то вот вообще какую-то космическую высоту, на какую-то такую высокую мудрость любви. И вот это ощущение, что «Весть» такая, она о любви. Она о любви большой, высокой, которая для всех сразу, которая, ну и есть вообще сама жизнь. Сама жизнь, и какое счастье вот жить горя, любя и свет даря собой. Это строки, которые еще вот хочется открывать, открывать и открывать для себя, вот, постигать их смысл, глубину и мудрость. Просто вот это понимание, что встреча с песней, знакомство с песней только начинается, и электронный текст этому, ну просто, ну такая помощь, такой подарок для того, чтобы эту песню открыть.